Привет, мои дорогие друзья! Сейчас я хочу с вами поделиться с моими сегодняшними покупками. Значит, сегодня я купила себе вот этот тишерт, эту блузку. Посмотрите на знаки. Это морские знаки. И написано, как вы видите, «Fresh». Мне эта блузка, тишерт, очень понравилась. И вообще мне нравятся вот сейчасшние эти морские эмблемы, знаки. Это вот такой морского, морских значков, которые мне очень нравятся. Вот и я купила. Это стоило всего 3,99 евро у нас в Йене в магазине Terra Nova. При этом я сегодня еще купила на акцион, на скидке, вот эти сережки, тоже с морскими эмблемами, якорь, 2 евро скидка. И вот купила, чтобы подошло с моим тишертом. И я думаю, очень даже и подходит. И вообще мне нравятся сейчасшние эти морские эмблемы. Я это надела вот так, посмотрите, с этим, с моим шортиком, вот. Сережками. Это нормальный тишерт, блузка, которая стоит 3,99 евро в Terra Nova, Вена. Вообще-то я хочу с вами вот что еще сказать, что в эти последние времена я такие морские вещи увидела, а потом это исчезло. И она мне так понравилась, этот морской, этот узор, наряд, но потом ушло, исчезло. И вот, наконец, я нашла, а вот эти сережки, прикиньте, я помолилась, чтобы я нашла такие сережки, чтобы подошло к моим тишерту. Я не знаю, почему этот морской дизайн ушел, исчез. Я один раз или два раза увидела в магазине, притом ни на кого, и исчезла. Я не понимаю, почему такие вещи сразу исчезают и выходят какие-то такие перемешанные дизайны, перемешанные узоры. Например, почему бы не такие вещи? Вот. Мне это очень нравится, и я с удовольствием такие вещи ношу, морские, и вот этот новый морской дизайн. И вот сочетаю с такими джинсовыми шортиками. Я вот очень хочу, чтобы все и не исчез, надели этот морской стиль и все, что касается вообще к доброму и к интересному. Перемешанные дизайны, стили мне не нравятся. И начались такие вещи. Здесь полным-полно и исчезают самые хорошие вещи. Вот так. Я вот это купила и буду носить это с удовольствием. Помолилась и нашла эти сережки. Представьте, что я... у меня что-то было морское или из Америки, сестра мне отправила,
После этого я вдруг заметила, что в магазинах появляются морские эмблемы. И вот, но потом исчез, и вот сейчас появляются, и по моим молитвам я сегодня нашла эти сережки. Я прошу всех, чтобы перемешанные вещи не надо надевать, а наденьте нормальные, интересные. Да, вот так. Да, еще я хочу добавить и мои волосы, вот так, которые я покрасила немножко с красным оттенком. Вот мои кудряшки. Ну, в общем, вот морские это якорь, это на корабле и вот так. Как поется, ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на море, я на суше, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на море, я на суше, мы не встретимся никак. Я думаю, вам понравилось этот стиль. Носите на здоровье, пополняйте, наполняйте. Наполняйте ваш гардероб с добротой. Целую, до новых встреч. Пока!